Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе, и да, у меня есть девушка. Так вот, прямо сегодня я хотел бы проверить эту девушку на использование всяких там штучек-прибаучек и сделать проверку на софт. Потому что, ребята, поступила такая инфа, что моя девушка... Да, кстати, у меня есть девушка, ребята, поэтому если что, не по мальчикам. Ха! Поступила такая инфа, что моя девушка, ребята, скачала очень плохие программы. И прямо сегодня мы ее проверим, и если надо будет, мы ее накажем! Ну и куда же без халявы, ребята, посмотрите на эти тычки, ну посмотрите на этих малышек, а я уже не могу. Короче, чтобы получить совершенно бесплатно, тебе надо прямо сейчас поставить лайк, подписаться на мой канал, там красная кнопочка, братуха, просто тыкни на нее со всей силой. Подписаться на мой канал и посмотреть все видео без перемоток от начала до конца и в комментариях написать свой ID. Всем желаю удачи. Ну что же, ребята, прямо сейчас я набираю этой софтерши вонючей. Так, ну что же. Так, ага, она как раз в сети. Алло, алло, приветик. Алло. Привет, дорогая, ты как? Я прекрасна, а что такое? Слушай, такая просьба, где ты можешь вебочку включить, если не сложно, вебочка, вебочка. Я включила, а я ж включила, а что нет? Короче, Анетка, такой к тебе вопросик. А ты хоть раз в жизни там играла там с какими-то потусторонними программками? Нет. Ну, программки там для стендофа, что помогают выигрывать, не знаешь, не слышала никогда? Нет, нет, я такое вообще впервые слышу. Что впервые слышишь? Ладно, скажу прямым текстом. Ты софт хоть раз в жизни качала, хоть раз в жизни. Вообще, ну, в этом году, да? В этом году, нет, нет. А в прошлом, не а в прошлом? Нет, нет. А в позапрошлом? Нет. А когда ты его качала? Признавайся, признавайся. Я не командетка. Я могила. Качала, да? Ну, знаешь, чуть баловалась, знаешь. Баловалась ты. С автом играешь для стендофа? Да нет, ты шо, нет. Ну, ты же говорила, что раньше играла с кем-то с автом, да? Знаешь, что было, я не знаю, ну, раньше. Ну, а в стендоф играла или нет? Нет. Ага, ну короче, я понимаю, считаем на этой. Слушай, а ты не против, хоть ты и моя девушка? Я тебя все в лобби приглашу, надо будет пройти кое-какую проверочку. Сама да. Понимаешь, как говорится, девушка не девушка. Но если ты окажешься софтершей, ты мне больше не девушка, понятно? Не, ну подожди, подожди. Не, ну у тебя все нормально, ты же ничего не качала, правильно? Я тебя приглашаю в лобби, давай заходи. Нравится, не нравится, терпи, моя красавица. Давай, давай, заходи, заходи, заходи. Давай, давай, так, зашла. Короче, смотри, мы сейчас парочку таких небольших тестиков пройдем, я думаю, ты не против, хорошо? Вот на карте Зона 5 новая карта, обновление вышло, все дела, потому что мне уже подписчики надоели. Пишут, что ты там с какими-то рамками играешь. Так, ну еще, Анетка, ты тут подбежала, моя? Красавица ты моя, подбежала, да? Я тебя жду на меду, мы сейчас кое-что проверим, Анетка, потому что если ты случайно спалишься, я тебе говорю сразу, тебе будет попа. Так, ну ты где? Алло, курица! Курица сюда, смотри, смотри. Подожди. А куда? А что ты должен сейчас стрелять? Автонаводка сработала или что? Подожди, да? Автонаводка. А что это было? Это не авто. А что ты должен сейчас стрелять? Вот эти две пули, кто выпустил? Не я, это вообще не мое. Не твое, а чье? А чье? Смотри мне в глаза, женщина. Подожди, хорошо, смотри, давай так. Ясно тут, тебе задача стрелять ровно вот сюда. Вот ровно над моей головой, видишь? Отойди подальше, подальше отойди, подальше, подальше. Все, давай, стреляй, 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 давай, давай. Ага. Давай, давай, давай. Спалилась! Спалилась, спалилась! Что это было? Что это было? Случал! Это не автонаводка! Ты думаешь, я дурачок, да? Автонаводочку! 5 minutes later. Ну что же, ребята, все идет по плану. Теперь Анетка будет думать то, что я думаю, то, что она софтерша. А теперь погнали прямо сейчас к ней на аккаунт. Немножко там наведем суеты и скажем, Анетка, здесь тем, что ты софтерша, я решил тебя наказать и продать все твои скины, и посмотрим на ее реакцию, это будет очень весело. Ну что же, погнали заходить на ее аккаунт, потому что, ну, все-таки я ее парень, поэтому логин и пароль от аккаунта найти не проблема. Ну что же, вперед наказывать эту нубетку. Первым делом мы делаем ей ник «Я софтерша». Чтобы все знали, кто такая Анетка. Так, ну что, поменяли ник. Вторым делом мы меняем ее аватарочку на бомбочку. Потому что Анетка это горячая штучка, она бомбочка. Так, ну что, идемте дальше. Ой, как же много у нее скиллов в инвентаре, посмотрите. Ой-ой-ой-ой-ой, сколько аркан. Сколько легендарок, сколько эпиков, а сколько рарок. Ядрить, колотить, посмотрите, сколько у нее всяких наклеек.
Так, давайте пока что просто посмотрим, а какие же есть у этой нубетки, ребят, скины. Что? У нее есть гифтбокс? А давайте-ка мы прямо сейчас его откроем. Гифтбокс, да? Ой, ребят, блин, сколько у нее всего, я просто в шоке. У нее Furious Case, у нее Origin Case есть. Чего? Ой-ой-ой-ой, так, ребят, я думаю, один Origin кейсечек можно и продать. Поставим за 3-400 на рыночек, мало ли кто купит, то тому очень сильно повезет. Так, ну что, хорошо. А теперь давайте мы немножко поделаем крафты, потому что, ребята, у нетки слишком много эпиков. Надо нетку проучить. Понимаете, у нее насколько много эпиков, что мы даже не видим аркан. А нетка, у тебя вообще аркан есть или нет? Так, ну что, все, ребят, наказываем, а нетушка, делаем крафты. Мы делаем на аккаунте все, что захотим. Потому что это теперь не ее аккаунт, это теперь мой аккаунт. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ахалай-махалай, и эмочка Найтволф выпадай. Так, а теперь у нас будет крафт легендарок. И притом не просто легендарки, а легендарки с новой коллекции. Выбираем все ее новые легендарки. Раз, два, три, четыре, пять. Так, все легендарки с новой коллекции выбрали. И теперь делаем крафт. Ахалай-махалай, рарка выпадай. ЕМП-45 бист, yes. А нетке не повезло. Так, ну чё, ребята, теперь мы листаем самый-самый-самый низ. О, пошел контент по трупам. Да ты что, у нее 3 пары перчаток, много разных ножичков. У нее даже есть M9 Penetrating Glass. Что же мы делаем? А мы, ребят, прямо сейчас его продадим. Не за 0.3, это будет слишком жестко. Но за 18 тысяч голды запрячем на рыночек, чтобы когда нетка зашла... Опа! А скина-то нету! Скина-то нету, посмотрите, да? Он тут сам внизу будет запрятан. Давайте-ка мы парочки ее аркан за одну голду продадим. Ну а чё бы нет, ребята, ну а чё бы нет? Будь знать, энергия, как всякие там программки качать, да? Ха-ха! Так, нормально, ребят. Слушайте, а я так подумал, а чё это мы шарп-кейсики не покупаем? А чё, я хочу контента. Я хочу контента. Потом мы что делаем? Мы прямо сейчас покупаем 4 шарп-кейсика. Ой-ой-ой-ой. И просто без буста, без всего, открываем и хэштег рарка. Просто, ребят, прямо сейчас хэштег рарочка, и Анетке подает эпик. Вот, блин, везучая Анетка, везучая. Так, давайте делаем еще один крафт. Теперь Анетке выпадает. Теперь Анетке подает еще один эпик. Эмочка Сор, ничего себе, Анетка, ну сегодня просто твой день. Правда, знаете, что самое обидное? Анетка не знает, что мы все эти скины продадим за одну голду. Ай-яй-яй-яй-яй, так, агасики. Ребят, делаем все, что хотим. Аккаунт Анетки, это наш аккаунт. Все, нормально. А теперь давайте-ка мы сейчас купим ей камоночек. Не, на чебе нет. Покупаем ей 100 камонок из Фейбл коллекции. Ха-ха. Вот так вот, ребята, наказываем Анетку. Просто взгляните на ее инвентарь. Это просто трындец. Что произошло с ее инвентарем, ребят? Я просто делаю все, что хочу. Например, давайте вот эту вот наклеечку просто возьмем и приклеим на ее АКРТХ. А, кстати, у нее есть АКРТХ. Берем и приклеим. Все. Я поменял наклейку. Надеюсь, она, конечно, не заметит, потому что если она заметит, мне хана. Так, все, нормально. А, ребята, у Нетки сейчас 2 пары перчаток. А я их просто возьму и запрячу. Вот так, за 28, раз, два, три. За 28 костырей запрячу ее перчатки. Перчатки Retro Wave. Так, еще есть вторые перчатки. Мы их тоже прямо сейчас запрячем на рыночке за 58 тысяч голды. Просто прикиньте, Анетка заходит. Никаких скинов нету, ничего нету. Кучу комона купил, голды тоже нету, ничего нету. И Анетка просто становится не Анеткой, а бомжеткой. Просто, ребят, прожмите лайк, если нравятся подобные троллинги. Давайте вот это, видите, вот эту наклеечку тоже прилепим куда-то. О, куда бы ее прилепить, я вот думаю. А давайте-ка мы эту наклеечку приклеим на эмочку самурай. Оп, и заменим. О, все, вот Enter Kill теперь тут. А давайте где-то сотрем наклейку. Просто найдем какой-то ее скин, желательно аркану. И сотрем на этой аркане наклейку. О, ну, например, вот этот АКРТХ сотрем. Нажимаем стереть и стираем вот эту наклеечку, которую мы только что наклеили. Все. Просто посмотрите, что у Анетки с аккаунтом. И давайте этот АКРТХ статрек просто возьмем и запрячем на рынок за 60 тысяч голды. А-а-а, имба! Просто посмотрите, у Анетки ни голды, ни скинов, ничего нету, зато появилась куча разных комонок. Ну что же, ребята, думаю, с Анетки хватит, погнали ей звонить и посмотрим на ее реакцию, ну а потом скажем то, что это все был масштабный пранк. Погнали. 5 минут later. Алло, Анетка, приветик. Алло, привет.
Посмотри, демонстрация экрана. Я тут немножко суеты навел. Я немножко голды потратил. Что? А теперь... Ты вообще зачем? Смотри на арканы, смотри, я продал все эти арканы. Зачем? А зачем ты играла с программками? А зачем ты играла с программками? Зачем ты портила игру нормальным штрихулечком? Я лесок! А кто ты? Кто ты? Обычный игру. Все, я все твои скины продал, все, ничего нету, Анетка. Все, нечего было. Нечего было играть с программками. Ты не прошла мою проверку? Не прошла. Вот я тебя и наказал. Анетка, алло, ты что, плачешь? Анетулечка, любимая. Анетка, это была шутка, извини. Анетка, реально, реально, не надо, ты что? Вот все твои скины, смотри, вот, они были на рынке, вот сверху, смотри, вот все твои скины, не переживай. Я их применяю, все нормально, Анетка, не кипишуй. Вот, все как было, вот все твои оригин кейсики. Голду я тебе верну, вот я немножко скинов продавал, я тоже все тебе верну. Анетка, не расстраивайся, я тебе сегодня массаж пяточек сделал, ты их любимый чики-бабуни. Какой-то жестокий пранк, ну ладно, так верни все. Я тебе все верну! Слово Пепы даю! Ну что же, ребята, вот как вышло прикольное видео. Если понравился подобный видеоролик, прямо в эту секунду прожмите огромнейший лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Если вы хотите получить вот эти вот замечательные тычки гранж, прямо в эту секунду переходи по ссылочке в описании в мою телегу, подписывайся и все. Ты можешь на халяву получить просто за подписку на мой телегу. Также поставь лайк под это видео. С вами был тролль Кен ДПК. Всем удачи, всем пока.